Здравствуйте, меня зовут Цитман Татьяна Ритосовна, я декан архитектурного факультета Астраханского архитектурно-строительного университета. На нашем факультете вы можете получить специальность по трем направлениям. Это архитектура, дизайн архитектурной среды, реставрация и реконструкция архитектурного наследия. Следует отметить, что все три направления относятся к укрупненной группе специальностей 0701 «Архитектура». То есть все выпускники могут работать как архитекторами, так и дизайнерами и реставраторами. Срок обучения по нашим направлениям 5 лет. Очной формы обучения у нас нет, ни заочной, ни вечерней формы. Для того, чтобы поступить к нам, необходимо предоставить сертификаты по профильной математике, русскому языку и сдать творческий экзамен по рисунку и композиции. Рисунок – это необходимо выполнить работу античной головы, нарисовать. И второе – композиция – это абстрактная композиция из геометрических фигур. Чему учат у нас на факультете? Архитектура – это не просто профессия, это образ жизни. И поэтому люди, которые приходят в эту профессию, они посвящают себя этому безоговорочно на всю жизнь. А ребята учатся проектировать ту среду, в которой мы живем, то есть городскую среду. Учатся проектировать объекты архитектурные, детские сады, школы, жилые дома. Учатся проектировать планировочные объекты, это населенные пункты, микрорайоны, районы. Учатся современным технологическим достижениям в строительстве и в архитектуре. Осваивают компьютерные программы, проводят различные исследования городской среды. Проектируют общественные пространства, парки, сады, скверы, набережные. Это тоже относится к сфере деятельности архитектора. А после окончания в основном наши выпускники работают в архитектурных бюро, в проектных организациях. Также это государственные учреждения, то есть органы управления города или муниципальным образованием, различные строительные компании. Могут работать архитекторами, проектировщиками, дизайнерами, ландшафтными архитекторами, дизайнерами интерьеров. Также есть еще очень такое новое направление в профессиональной деятельности – это визуализаторы. То есть знание и владение компьютерных программ позволяет ребятам работать еще в этом направлении, то есть просто не проектировать, а заниматься визуализацией уже каких-то готовых архитектурных решений. Ребята осваивают компьютерные программы, такие как AutoCAD, ArchiCAD, 3D Max, Revit, Grasshopper и другие, в которых они могут уже работать как проектировщики и владеют ими вполне свободно. Среди достижений факультета – это активное участие в смотре конкурсе выпускных квалификационных работ. Ежегодно, участвуя в этом международном смотре конкурсе, наши дипломы завоевывают места от первое и второе. Также у нас факультет и студенты активно принимают участие в различных творческих конкурсах в различных городах, международных, и завоевывают там дипломы первой, второй, третьей степени. То есть мы уже являемся вузом, который знают в архитектурной среде, обращают внимание и отмечают, что у нас очень высокий уровень подготовки специалистов. Мы вас ждем на нашем факультете, приходите к нам, и вы не пожалеете. До свидания.